Добро пожаловать на канал HardRSET Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A33. Сейчас я покажу вам, как на данном устройстве добавить отпечаток пальца. Для этого мы переходим в настройки. Далее проходим вниз, выбираем биометрию и безопасность. И нажимаем отпечатки пальцев. Выбираем, вводим наш пароль. Если он не установлен, то устанавливаем. И нажимаем добавить отпечаток пальца. И теперь нам нужно начать сканировать наш пальчик. Отпечаток добавлен. Мы можем добавить сразу еще один отпечаток. Можем сделать это позже. Нажимаем «Готово». И теперь мы также можем на него нажать и, например, переименовать. Вот. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.